Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Время говорить» и главные темы сегодняшнего выпуска. Хотел взять начальник одного из рязанских лесничеств. По версии следователей, потребовал 300-тысячную взятку у предпринимателя. Люфт с вами. Дорожные полицейские проверили техническое состояние пассажирского транспорта. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Вчера в России отмечался профессиональный праздник работников леса. Поздравления принимали люди, которые своим благородным трудом приумножают, способствуют, берегут и так далее. Но теперь после праздника можно и ложечку дегтя запустить в поздравительно-пафосную бочку меда. Лесные начальники тоже люди, а потому ничто человеческое, в том числе криминальное, им не чуждо. Хранители лесов нередко берут. Берут за все, что охраняют, берут со всех, кому это надо, и берут зачастую всем, что предложат. Конверт, конечно, самая популярная форма мзды, но есть и оригиналы. В Минусинске, например, начальник лесничества взял аэролодкой «Пиранья» стоимостью 900 тысяч рублей. В Ивановской области инженер лесничества взял коробкой передач для «Волги». В Тюмени глава управления лесами построил дом за счет лесничества. В Бурятии вообще подчиненные директора национального парка строили ему в рабочее время особняк. Кто откажется, получит прогул. Кто согласен, получка остается. Прям по-армейски, когда солдатики на офицерских квартирах ремонты исполняют, да полковничьи дачи строят. Впрочем, это было не сегодня и не у нас. А вот, по крайней мере, одному из рязанских лесных заступников вчерашний праздник сильно испортили бдительные правоохранители. По версии следствия, в 2013 году он потребовал от индивидуального предпринимателя передать ему взятку в размере 300 тысяч рублей за совершение действий в пользу последнего. 30 августа должностному лицу была передана первая часть взятки в размере 150 тысяч рублей. В результате тщательно спланированных и грамотно проведенных совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Следственного комитета и УМВД России по Рязанской области он был задержан после получения вечером 12 сентября оставшейся суммы взятки. Учитывая, что обвиняемый может оказать воздействие на свидетелей, часть из которых находится в его непосредственном подчинении, а также может предпринять действия, направленные на сокрытие следов преступления, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Не лучшим образом начался этот понедельник для водителей, которые вынуждены были завершить свои утренние маршруты на Конищевской дороге. Утро добрым не бывает, граничная народная мудрость сегодня в Конищеве полностью подтвердилась. Рассказывает Оксана Тебенихина. Такое может случиться с кем угодно, только не со мной. Наверняка, так подумали многие, кто видел результат этого дорожного происшествия в Конищево. Это не так. Любой из нас может упустить из внимания ту роковую секунду, из-за которой жизнь разделится на до и после. 52-летний мужчина, управляя автобусом ПАС, следующим по 34-му маршруту в сторону Конищева, неправильно выбрал дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Хонда» и совершил столкновение с задней частью автомобиля. От удара «Хонда» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген» и автомобилем «Газель». Травмы, хоть и не очень тяжелые, получили три человека – водитель и пассажир «Фольксвагена» и водитель «Хонды». По данному факту происшествие проводится проверка, и все обстоятельства на данный момент выясняются. В кулуарах один из сотрудников ГИБДД на месте аварии обронил, что одного из водителей отправили на освидетельствование. Думается, иные комментарии могут быть излишними. Понедельник, особенно после хмельных выходных, очень даже тяжелый день. Почти накануне этой аварии рязанские дорожные полицейские провели рейд по техсостоянию пассажироперевозчиков. Проще говоря, инспекторы смотрели, насколько готовыми выходят в рейсы маршрутки и автобусы. Главным образом они исследовали рулевое управление, для чего на вооружении сотрудников ГИБДД состоит специальный прибор ИСЛМ. Говоря языком инженеров, это измеритель суммарного люфта рулевого управления. Научная вещь, надо сказать. И вот она-то и показала многих водителей за этот самый суммарный люфт. Надо бы по старинке пороть вожжами. Подробности у Глеба Галушкина. Очередная проверка рязанскими дорожными полицейскими технического состояния маршрутных автобусов выявила сразу нескольких нарушителей. С помощью специального оборудования инспекторы измеряли люфт рулевого управления. Проводим измерение. Тихонечко руль влево. Он нам пишет. Ничего, вот, только написал. Суммарный люфт выбран. Возвращаем руль в исходное положение. Суммарный люфт, смотрите, у вас 85.
а допустимый 20 для автобуса. Далее при осмотре выяснилось, что передние колеса имеют разные протекторы, а у водителя права просрочены, внимание, почти на год. Здесь вопросы и к инспекторам. Как можно вводить пассажирский транспорт с годовой просрочкой? Разве обязательные проверки не должны были выявить такое нарушение сразу? Время зарегистрировано до 2012 года. У нас на дворе уже конец 2013, можно сказать. Он все ездит. Вот. То есть о чем говорит? Ни водители сами не проверяют документы свои, ни должностные лица, которые обязаны это делать, которые за это получают зарплату, выпускают на линию с документами, которые не имеют уже своей силы. Применяется к водителю административная санкция. Составляется протокол административного правонарушения. Запрещается эксплуатация путем снятия госрегистрации. Вот. Обратно будет разрешена эксплуатация и возвращены государственные регистрационные знаки только после того, как водитель устранит и должностное лицо данную неисправность. Вот, повторный замер этим прибором, и будет разрешена эксплуатация, автобус обратно вернется на линию. Только за короткое время рейда рязанские дорожные полицейские сняли с рейса два маршрутных автобуса. Причем в обоих случаях в документах на руках у водителей стояли отметки об отсутствии неисправностей. Полицейские признают, что такое поведение владельцев-перевозчиков довольно распространено. Зачастую на пассажирский рейс выходит настоящий чермет. Получается, что главная цель для ушлых деляк от транспорта – извлечение максимальной прибыли. А следить за техническим состоянием автобусов для них весьма накладно. Почему нас возят, что называется, на дровах – вопрос и к транспорту. Транспортному подразделению мэрии и к депутатам Гордумы, которые входят в профильные комиссии. А пока рейд был и прошел. Сколько неисправных автобусов вышло в рейсы сегодня? Неизвестно. Чем закончатся поездки, не хочется представлять. Корреспонденты любят заканчивать проблемные сюжеты фразой, которая начинается так: «Остается надеяться» и так далее. В нашем случае всем нам, пассажирам, остается надеяться лишь на одно – вечно неистребимый русский авось. Закончить программу хочется все-таки на позитивной ноте, ну так и сделаем. Слава богу, для этого есть хорошие информационные поводы. Один из них – открытие 14-го международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины 2013». Смотрела смотрины Ирина Ковалева. На 14-м фестивале «Рязанские смотрины» всех приехавших в наш город театральных деятелей в прямом смысле слова загнали в рамки. Рамки классики. Ведь большая часть спектаклей в этом году поставлена именно на основе классических произведений. Разные эти спектакли по форме, по содержанию. Есть спектакли для самых маленьких, есть спектакли для самых-самых-самых умных. Там и Достоевский, и Обломов, и Гончаров, и Мериме, и Гоголь, и Пушкин, и Чуковский, и Маршак, и многие-многие другие классики, которые сегодня обрели прописку на сценах рязанских театров. Вот это замечательный такой. В этом году огромное количество гостей, потому что приехали победители региональных смотров, актеры театра кукол, которые получили путевки или как бы творческие командировки на рязанские смотрины в качестве приза Центрального союза театральных деятелей. Иллюстрируя главную изюминку фестиваля, церемонию открытия проводил сам Лев Николаевич Толстой, конечно же, с помощью Валерия Шацкого. Все участники, прибывшие к нам из самых разнообразных уголков нашей Родины, получили подарки и после поднятия флага рязанских смотрин отправились смотреть первый спектакль. В этом году фестиваль открыл Санкт-Петербургский государственный кукольный театр сказки, представив на суд зрителей сказку «Терешечка» или «Как победить ведьму». Режиссер этого спектакля определяет его не как детский, а как спектакль для детей с родителями. И вот я не понимаю, что такое детский спектакль. Просто мы разговариваем таким языком метафоры, языком поэзии, который близок больше детям, потому что они еще не успели стать взрослыми, не успели застегнуться на все пуговицы и поглупеть. Вот. Поэтому мы показываем для детей и для взрослых, которые не успели встать по-настоящему, ну, остались поэтами в душе. Поэтому у нас всегда как бы два плана, несколько планов спектакля. Понимаете, мы же взрослые, мы говорим о своих проблемах, потому что нам смешно. Дети находят что-то свое, взрослые что-то свое. И наш театр как бы, он себя позиционирует, так как говорится. Он себя позиционирует на театр для родителей с детьми. Закрытие фестиваля намечено на эту среду. Ну а до этого времени у всех рязанцев есть возможность познакомиться с лучшими кукольными спектаклями как для детей, так и для взрослых на ведущих театральных сценах города. На сегодня все. Хороших нам всем новостей и до встречи завтра в программе «Время говорить». Удачи!